Свой первый пикап марка Tesla назвала Cybertruck, хотя нам стоит называть его более привычным именем — Кибертрак. Дизайн получился, мягко говоря, неоднозначным, хотя источник вдохновения понятен — это самолеты-невидимки стелс или вообще любая техника из фантастических фильмов 80-х. Плоские панели компания объясняет применением хладнокатной нержавеющей стали, которую сложно обрабатывать. Несущий кузов так и называется — экзоскелет. Прочность его на презентации проверили кувалдой. А вот сверхпрочные, якобы бронированные стекла из полимерного композита удара металлическим шаром все же не выдержали. Но кажется, так и было запланировано. Илон Маск заверил публику, что в производстве Кибертрака используют те же материалы, что применяются в космических ракетах SpaceX. На первом показе Tesla не раскрывала ни мощность двигателей, ни емкость аккумуляторов, но объявлено, у базового Кибертрака будет задний привод и один электромотор. У полноприводной модификации, соответственно, пара двигателей. Если заявленная дальность хода для обычного трака более 400 км, то полноприводное исполнение должно проезжать около 500. Топ-версия проедет на одной зарядке более 800 км и способна тащить прицеп массой почти 6,5 тонн. Здесь сразу три мотора, один расположен на передней оси и еще два на задней. Все варианты получат адаптивную пневмоподвеску, которая позволит регулировать дорожный просвет. Клиренс в верхнем положении 41 сантиметр. Прием заказов уже открыт, но реальные продажи стартуют через 2 года. Поначалу Tesla планирует отгружать только одно- и двухмоторные пикапы, а самых мощных версий придется подождать до 2022 года.